Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. И смешит поведение некоторых энергопиявок, которые пишут мне в социальных сетях, ну, в частности ВКонтакте. И, естественно, я уже не переписываюсь с незнакомыми людьми. Ну, они там разными способами пытаются отнять у меня время. И так как у меня есть заготовленные уже видеоролики, то я обычно просто беру и ставлю. Ничего не пишу, просто ставлю видеоролик, в котором я так и говорю, что я с незнакомыми людьми не переписываюсь в социальных сетях. И они просматривают, потом как бы лишают доступа, чтобы я мог им отправлять сообщения. Вот это мне вот смешит, как будто я буду вот с ними переписываться, да. Они вот сами пытаются и свое поведение экстраполируют на меня. Это вот очень смешно выглядит, когда вот всякие энергопиявки, когда у них не получается вот сманипулировать другим человеком, они стоят в позу и ведут себя так, как вела лиса в басне, да, который говорил «зелен виноград», ну это еще эзоповская басня. И смешно смотреть на вот таких людей. На этом до свидания, до новых встреч.